Всем привет! Сегодня посылка у нас опять с Китая. К ней должны лежать светодиодный эквалайзер на автомобиль. Ну, вернее, не один, их несколько. До 5 штук. Сейчас мы распакуем, посмотрим. Для тех, кто не знает, я ставлю кусочек видео там, где он уже установлен. Как ни странно, посылка весит больше, чем должна. Может, туда что-то положили. Такое нехорошее или хорошее. Тщательно упакованное. Сейчас мы распакуем аккуратно. Если получится, и подключу, проверим хотя бы один. Смотрите, как упаковали. Где-то еще скотчем подклеили, не достается. Отлично. Отлично. Коробочки какие-то у нас странные. До этого я получал. Лазер немножко другие. Коробки были в два раза меньше, но шире. Так, одно уберем. Здесь у нас какие-то росписи. Кто-то расписывался. Явно, что не наши. Так, раскроем вот эту. Все достаточно. Видимо, в каждом по два эквалайзера, в каждой коробке. Нет. Да или да. Распакуем. Это в каждой коробке по два эквалайзера. Даже в этом три. Или два все-таки. Два. Просто огромные эквалайзеры. Сейчас один попробуем подключить. Я уберу струнку. Вот такая вот лента здоровая. Работают они весьма просто. То есть они не подключаются ни к магнитофону, ни к чему. Они подключаются только в прикуриватель. И работает от датчика удара. Датчик удара по свойствам напоминает датчик удара на сигнализации. Так. Ну вот, интересно теперь. Так, будем искать продолжение деталей. Тут у нас не хватает. Где-то в других коробках лежат. Так, такие вот сюрпризики. Нужно провода, которые идут к прикуривателю. Где же они? Все тщательно упаковано. Вот, отлично. Есть у нас тут два прикуривателя. Вернее, два питания для прикуривателя. Смотаем немного. Так. Этот провод очень длинный, где-то метра два, может три. Ну, как раз хватает от передней части автомобиля до заднего стекла. Здесь штекер мы подключаем. Без разницы как. Так. Что-то очень все огромное подключили. Так, здесь у нас пищалка есть, которую желательно заклеить. Включение, выключение самого эквалайзера, чтобы он работал, он не работал. И колесико чувствительности. Так. Включим. Итак, как у меня автомобиля здесь с собой под рукой нету,
мы воспользуемся. Взял провода с монитора. Тут тоже 12 вольт. Надеюсь, мы не спалим его. Ну, по крайней мере, должен где-то предохранитель сработать, если он, конечно, здесь есть. Но что-то мне подсказывает, что если спалим, то спалим. Ну, давайте попробуем. Так. Это у нас плюс. И по бокам где-то минус. Так. Давай возьмем, например, вот этот. Вот этот. Работает. Вот. Отлично. Все, значит, угадали, где минус. Срабатывает, но датчик удара. Вот, датчик удара я накрутил только что. В принципе, нужно подстроить его под автомобиль. Один раз настраивается, в принципе, и все. И клеится желательно на зад... Ну, в основном клеит на заднее стекло под тонировку. То есть ничего не видно, но к ночью, когда едешь, у нас получается эквалайзер играет под басы. Ну все, всем спасибо.